Это у нас сложная резиночка. Один через два. Хочу показать вам, как она заканчивается. Вот тут мы два раза провязываем. Здесь мы один раз провязываем. И здесь один раз провязываем. Это ложная резинка у нас со спандексом провязана. Сейчас покажу, как полотно тянется. С нее мы сделаем резиночку для волос. Раз уже урок начался, так, один раз мы здесь. Здесь один раз. Вот здесь два раза надо, потому что у нас через одно здесь идет. Вот два раза мы. Здесь один раз. Два раза. Резиночка туговатая, свободно не дает ходить иголочка. Резиночка, потому что натягивает. Здесь два раза. Я новый лак испытывала. Достали, да? Ну, считай, что к концу подошли. Сейчас снимем с машины полотнишко наше и покажу вам. Здесь одну петельку делаем и в конце одну. Можно вытащить вот так вот. Вот она у нас резинка. Два через одну ложную. Вот она тянется, как плотная прям. Можно натяжение даже послабже сделать. Вот она такая. И сюда она тянется. Вот. Вот такое полотно получается. С резиночкой спандекс. Очень интересно получается на изнанке. Такое, как рубчиками. Вот.
Угу. Будет резиночка для